Здравствуйте. Я, пожалуй, поставлю камеру повыше. Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. Я приветствую вас на своем канале Мода HD. Мой канал посвящен моде, красоте, но он также посвящен умному шопингу, о том, как тратить не очень много и получать очень много за, в общем-то, наши потраченные денежки. Хочу представить вашему вниманию своих хороших друзей. Это Федя и Петя. Иногда я называю их Глаша и Маша, но, в общем-то, это близнецы. Это близнецы в таких горшках, которые с того момента, как я начала записывать ролики, очень мне помогают. Они фактически прикрывают своим мощным корпусом беспорядок, который очень часто имеет место быть, в общем-то, и попадает в ракурсы, и которые я не хочу, чтобы вы видели. Но сегодняшний ролик я хочу посвятить Глаше и Маше, Феде и Пете. В общем-то, как у меня память работает, так я их и называю. Прежде всего потому, что ролик я решила записать о растениях, которые... Я вспомнила, это аллергия, в общем-то, на... Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую... Опа! Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD. Мой канал посвящен моде и красоте, но он посвящен прежде всего умному шопингу, о том, как покупать вещи, не тратя много денег, не тратя много своего времени, но таким образом, чтобы вещи эти нас долго радовали, не лежали на полках мертвым грузом. И речь прежде всего идет, в общем-то, об одежде, но я могу поделиться с вами своими секретами также в области умного шопинга, который касается самых-самых разных вещей. Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD, мне 36 лет, и я персональный копатель. Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале, очень-очень рада вас видеть. Одни из прошлых моих роликов были посвящены...